8 февраля – День российской науки и день рождения Санкт-Петербургского государственного университета. Уже 297 лет наши ученые открывают новые горизонты и совершают невозможное. Старт празднованию дал традиционный полуденный выстрел из пушки со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. 8 февраля он всегда звучит в честь первого российского университета. В этом году почетное право произвести выстрел было предоставлено директору Института трансляционной биомедицины СПбГУ, научному руководителю клиники высоких медицинских технологий Раулю Гайнадинову. Посмотрите, какой прекрасный день сегодня, солнечный. Просто природа поздравляет нас с этими замечательными праздниками. Иметь возможность разбудить наш великий город в такой день – это огромная честь, особенно в день науки, день рождения университета. Я хотел бы, чтобы наш университет и дальше развивался. Он уже стоит очень уверенно на ногах успехов и научных свершений нашему университету. Коллектив медиацентра СПбГУ присоединяется к поздравлениям и желает новых научных открытий и достижений университету и его универсантам. Элеонора Петрова, Евгений Горяев, медиацентр СПбГУ.